Дагестан гостеприимный. Из Уфы в республику с недельным визитом прибыли предприниматели, общественные и религиозные деятели. Цель визита – знакомство с горным краем и налаживание дружеских отношений. Гостей встретил бронзовый медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Магомед Ибрагимов. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятова. Вот эта медаль моя первая в моей жизни. Я где-то была в 99 году, когда завоевал, и вторым стал чемпион города, 39 килограмм. Вот эта медаль. Я специально ее хранил. Титулованный спортсмен редко дает интервью, а говорить о своих спортивных достижениях просто не привык. Но гостям, приехавшим в Дагестан из столицы Башкортостана, Магомед Ибрагимов с удовольствием рассказал, как становился его путь в одном из самых сложных и тяжелых видов спорта, как вольная борьба. Мира мечтает попасть на Олимпийские игры. Не то, что там медаль завоевать, просто попасть на Олимпийские игры. Туда попасть тоже это уже немалое дело. Мне удалось и попасть на Олимпийские игры, еще завоевать медаль тоже удалось. Это очень большое достижение для меня. Можно сказать, все эти медали можно поменять на одну эту медаль. Дагестан спортивный и всегда славился своими спортсменами. Знакомство с борцом мирового уровня принесло гостям много добрых, позитивных эмоций. При въезде в республику, начиная с Кочубея, как бы у нас получается, ну слава богу, получается такой интересный маршрут и изучение Дагестана уже в процессе. И вот сегодняшняя встреча тоже встреча с нашими именитыми спортсменами, в лице Магомеда Идрисовича, и тоже она входила в нашу программу, и думаю, что всем будет интересно, полезно, плодотворно. У башкирской делегации плотный график. Им предстоит встреча с министром туризма республики и руководством благотворительного фонда «Инсан». Шамиль Минигалиев отметил большую и плодотворную работу Дагестанского благотворительного фонда. И обмен опытом, несомненно, будет полезен, считает руководитель фонда «Салам». Задача была какая? То есть мы объединяем бизнесменов Уфе, чтобы совместно в дальнейшем проводить более масштабные мероприятия. И также с такой же целью приехали сюда также познакомиться с руководством фонда «Инсан», чтобы перенять опыт, обменяться опытом и масштабировать наши проекты, увеличить помощь количеству людей нуждающихся. Данный визит в Дагестан не будет последним. Представители Башкортостана надеются на дальнейшее сотрудничество. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.